Всем привет! Как мы и обещали, сделать магнитолы 64-66 серии на английский язык для англоязычных стран и на русский язык для русскоязычных стран. И вкратце покажем, что для этого нам нужно, для того, чтобы мы вам сделали загрузчики. Каждая магнитола делается индивидуально. Загрузчики мы делаем и подготавливаем вам по данным, которые вы нам присылаете. Цена каждой магнитолы разная, поэтому все пишется в WhatsApp, и мы будем объяснять по раскладу цен, что необходимо от вас. Значит, магнитолу, вот допустим 64 серия, заходите в меню, заходите в Bluetooth. Первое, что нам нужно, это картинка, вот эта вот фотография. И вторая фотография, заходите в Wi-Fi и вторую картинку присылаете нам вот это. Дальше. Вам необходимо извлечь SD-карту. Извлечь SD-карту. И... Так, закрываем SD-карточку. Снять с нее пароль, естественно. Девайс зайти. Снимаем пароль по... Значит, выбираем пас тип 1, делаем unlock карты, смотрим, что unlock произошел, и открываем карточку в компьютере. Открываем карточку в компьютере, значит, и присылаем нам, должны прислать нам вот этот файлик HD14, вот что от вас требуется. Мы присылаем вам другие файлы в HD14, вы делаете замену, и присылаем вам HD0, тоже делаете замену на карточке. После того, как мы записали файлы на карточку, нам необходимо загрузиться с этой карты на магнитоле, которой мы переводим язык. Мы не рекомендуем снимать клемму, если у вас на машине стоит магнитола, потому что, ну, чревато это последствиями в любом случае каким-нибудь там, ну, по машине или по магнитофону. То есть клемму не рекомендуем снимать, чтобы не возникало никаких проблем. Мы для этого даем файл, вы записываете этот файл на обычную карточку и также вставляете ее перед тем, как перезагружать магнитолу. Магнитола входит в перезагрузку, все. Вынимаем и вставляем нашу карточку, которую мы... Так, сейчас она загружается, ждем. Которую мы будем загружать. Так, пока магнитола загружается, покажем 66-й, переведенный на русский язык. Хотел бы здесь показать один момент. То есть мы можем сделать расширение радио. То есть сделать с 88 до 107. Но это будет только на экране. Для работы рекомендуем вот такой вот FM-адаптер на Алиэкспрессе. Он продается плюс 12 МГц. То есть с фишками просто вставляете и все. То есть при желании. То есть можем оставить на экране те же частоты. Если хотите, можем сдвинуть под 12 МГц. Так, здесь также все меню, все на русском языке, все можно работать с магнитолой. Вам также можем переводить не только 64-е, 66-е, JBL-и, Альфарды, Харьеры, Крауны. Пожалуйста, обращайтесь. Так, это на английском языке. Также магнитола. Все полностью на английском после загрузки.